Мы нашли храм. Блядь! Мы приехали сюда для того, чтобы выяснить, что произошло вчера на съемку. Непонятно откуда. То этажом выше, то этажом ниже, то голоса. Я услышал. Отправляемся в заброшенную деревню. Достраивалась пленными немцами. Это место очень жуткое, очень мрачное, потому что здесь погибло много людей. Короче, наша поездка обретает, скажем так, немножко неожиданный поворот. Другого варианта у меня не остается. Жизнь, боль. По-другому здесь нет.